Если за качественными знаниями, то в школы 73-го региона. Наша земля всегда славилась сильными учителями. У истоков выдающиеся педагоги – Штраус, Никитина, Сытин и Благовещенский. Продолжатели дела не менее талантливые. Ежегодно отмечаются на всероссийском уровне, побеждают в конкурсах любых масштабов. Одна из последних побед за Еленой Стекловой. Педагог выиграла всероссийский конкурс «Педагогический дебют 2020». Программу писала сама, опыт нарабатывала сама, какие-то там методические материалы разрабатывала сама, пока этого еще не было доступно нигде. И все, и теперь это уже наработано, теперь это уже есть, и теперь это все развивается. И готова делиться опытом сама уже. Не только с детьми, но и с другими педагогами. Под стать педагогом-победителем развиваются и сами школы. В образовательные учреждения поступают компьютеры, интерактивные доски, сканеры, принтеры и копиры. В 2020 году потребность современной техники закрыли во всех школах Ульяновской области. Образовательный процесс вышел на новый уровень. Создаются ультрасовременные центры. Только за последние 2 года созданы точки роста, открыт дом научной коллаборации, кванториум, IT-куб. Я уверен, что это вклад в будущее, вклад в развитие и в процветание. Обновление технической базы, грамотный ход и спасательный круг в пандемию. Благодаря современным технологиям удалось восстановить процесс обучения, пусть и на удаленке. Главное, дети получают знания. Была организована система дистанционного образования. Были реализованы новые проекты, например, виртуальная учительская. Этот проект признан одним из самых лучших на территории Российской Федерации. И он популяризируется и внедряется уже в других субъектах Российской Федерации. А еще региональное министерство просвещения и воспитания одними из первых в стране организовали выдачу президентских завтраков. Все дети начальных классов Ульяновской области сыты. С 1 по 4 класс все дети получают так называемый бесплатный президентский завтрак. То есть это одноразовый прием горячей пищи. Стоимость такого завтрака по набору продуктов составляет 54 рубля 46 копеек. То есть это стоимость продуктового набора. Большой плюс к стимулу самих педагогов – разработан региональный закон о статусе педагога. Это гарантированные доплаты преподавателям и возможность для начинающих учителей набираться опыта на стажировках по всей стране.